Всем привет! Вы на канале Nice Bricks. Сегодня у нас LEGO Friends 2016 года, спортивный лагерь, стрельба из лука под артиклом 411-20. Набор состоит из 114 деталей. На лицевой стороне изображение набора, на оборотной стороне изображена функция стрельбы из лука, одна из подружек — это Мия, которая входит в этот набор, и две картинки с сюжетом. Теперь откроем коробку и достанем содержимое. Раз пакетик, два пакетик и инструкция. Теперь приступим к сборке. Сборка завершена. Давайте посмотрим на Мию. Она одета в розовую футболку с карманом кенгуру и фиолетовые шорты. На ногах у нее кроссовки. Сзади на шортах есть карманы. В руках она держит лук, хотя больше похоже на арбалет. В лесу, в котором находится спортивный лагерь, живет ежик. Он живет в деревянном домике, рядом с которым растут цветочки. А еще кто-то из подружек угостил ежика вишенками. А вот и мишени, по которым Мия будет стрелять. Вокруг растут цветы. На пенечке лежит красное яблоко, а рядом стоит вторая мишень. За фиолетовой мишенью есть розовый флажок, а рядом стоит бочка с патронами. А теперь пришло время Мия оттачивать свое мастерство в стрельбе из лука, а точнее из арбалета. Прицелились, стреляем в яблоко. Бам! Яблоко сбито. Надо взять следующий патрон. У нас осталась вторая мишень. Теперь Мия попробует попасть в нее. Бум! Вылетела как пуля из пистолета. Круто! Мы с Мией решили еще раз выстрелить и потратить последние патроны. Яблоко сбито. А теперь фиолетовая мишень. И она тоже сбита. Мия чемпионка. После тренировки Мия может отдохнуть в шатре столовой. Посидеть в голубом кресле, взять со стола бутерброд и перекусить. А потом попить водички. На столе еще стоит золотой кубок, который обязательно достанется Мии. Вот такой классный набор у нас был сегодня. Несмотря на его небольшой размер, он очень крутой. Я очень хотела его купить. Очень классно стрелять по мишеням. А еще очень милый ежик, да и внешний вид очень нравится. Скоро будет еще обзор на спортивный лагерь, только уже на сплав по реке. Ждем ваших самоделок в нашей группе ВКонтакте. Хотелось бы увидеть ваше самодельное оружие, особенно стреляющее. Давненько никто не выкладывал, хотя недавно была одна самоделка оружия. Если вам понравился наш обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами были Жека и Смешинка. Пока-пока!